Ну, провокаций с размещением ложных сообщений будет чем дальше, тем больше, потому что, к сожалению, сайты очень многих информационных агентств защищены совершенно безобразным образом, поэтому желательно уже сейчас приучаться перепроверять новости по многим источникам, чтобы не было ни заочных увольнений руководителей РЖД, ни ложных сообщений о смертях, кого попало. Тем более, что смерть Михаила Сергеевича Горбачева лично меня очень огорчила бы. Ему предстоит еще столько интересного рассказать на суде, что хватит на несколько лет действительно серьезных новостей, а не подделок.